Здравствуйте, дорогие друзья. Вот такой участок. Буду делать сейчас планировку всего участка. Вот туда сзади дома тоже буду планировку делать. И потом буду все это равнять газон, этот песком для газона. Газон будет вот. Так, вот такие дела. Время 9 утра, начинаем работу. Вот такой вид с этого участка. Дорогие друзья, дорогие подписчики, планировку получастка я уже сделал. Вот такой тут перепад огромнейший. Знаю, камера этого, наверное, не передает. По забору, наверное, можно посмотреть, какой перепад. Метра 4, наверное. Уже привезли машину песка. Грунт я предварительно спланировал. Привезли машину песка. Сейчас песок буду растягивать по участку. Ну, на эту половину, где спланировал. Так вот что. Так что вот такие дела. И остается все вот эту половину тоже спланировать. Но она более ровная, чем вот эта была. Тут еще газ копали. Поэтому она была такая. Более бугристая такая. А это более ровненькая. Так что вот такие дела. Вот такой домик. Вот так идет у нас работа. Стрелу опускаю, потому что они пролезают вот через этот кабель оптический для интернета. Близко к забору тоже выравнивать не могу, потому что вот торчат такие штукенцы, я их называю смерть колеса. Вот. То есть если в бок колеса зацепить вот такой угольник, колесо придется выкинуть. Тут, где я смог, загнул. А в пару местах не смог гнуть. Потому что они толстые такие, швеллера торчат. Вот. Понимаете, да? Если в бок вот зацепить этот угольник, блин, то колесо пипец. Ну вот, песок я выровнял, 20 кубов. Задача такая, песок выравнивать на уровне бетона. Ну, песка пока мало. Ну, то есть, чтобы уже сразу и делать в уровень бетона. Пока так предварительно там натянул. Сейчас пойду вот на эту сторону. Буду снимать дерн. Ну, траву, верхний слой. Давайте пройдемся, сразу вам покажу, что у нас на той стороне. Такой перепад. Вот такой перепад идет. Две ступеньки. То есть придется грунтом тут сыграть так на понижение. Вот. Эта сторона дома.
тут более ровно, так более-менее. Ну и вот, то есть все это дело выравниваю. Тут дренажик идет. И вот такой тут перепад. Огромный. Ну ничего, хороший такой участок. Последний, там раньше, там дальше прудик такой есть. Если будет время, я вам туда ниже подойду и покажу, что за прудик там есть. Участок такой хороший. Грунт там твердый, без проблем планируется. Так что работаем, зарабатываем денежку. Ну не то, что загнули, что зарабатываем денежку. Выживаем кто как может. Вот. Это правильнее будет, что зарабатывать не особо получается. Выживаем. Мужики, второй день работы, зашел я на участок. Вот так сотня кубов стоит. Ждет, чтобы я ее спланировал по участку. Так что пожелайте мне удачи. И смотрите, как в конце получится.
Мужики, все, финал. Сделали планировку для газона. Дождь начался. Ну вот особо не влияет на работу. Вот такую планировку сделал. Все вровень с отмосткой. Возле забора, как и говорил, сильно не прижимаюсь, потому что там стоят эти швеллера. Вот так сзади сделал планировочку. Все, тут септик. Все нормально. Ничего не сломал. Ну, септик на уровне отмостки. Получается, они немножко утоплены. Но как-нибудь сыграют они, не знаю. Камень искусственный поставить сверх. Вот такую планировочку. Все сделал. Че, красота. Можно асфальт сверху ложить. Вот. Все ровненько. Все четко. Вот. Отмостка тут идет в 3 уровня. Сыграл как смог. Вот сюда на подъем сделал. Так что вот такие дела. Дождь, походу, намного. На всю ночь, потому что закрылось все небо вокруг. Так что всем удачи, всем пока, всем счастливо.